Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Сегодня у нас есть прекрасная возможность, чтобы подытожить, подвести итоги вчерашнего заседания американского регулятора, от которого мы получили столько сигналов относительно роста доллара, которые отчасти уже были реализованы, сколько не ожидали. Поэтому мы, конечно же, молодцы с вами, то, что не отказывались от идеи того, что доллар будет расти, несмотря на то, что были, конечно же, те, кто кривет душой, отмечая то, что в рост американцы верят все, соответственно, он не будет расти, но все-таки исходили из того, что базис, который на рынке создан, именно те фундаментальные предпосылки, они не могли вот так вот просто сойти на нет, не реализовав того самого потенциала, который присутствовал в рамках американской валюты, который мы с вами реализовали. Знаю то, что многие из вас находились в длинных сделках очень давно, и, соответственно, сейчас профит, ну, просто замечательный. У нас прекрасное завершение года, у нас прекрасная неделя. И, конечно же, это не может не настраивать нас на оптимистичный лад, не может не подстегивать наше настроение, с которыми мы будем дальше двигаться к концу 2016 года. И я уверен, с таким же хорошим настроем планомерно перекочуем в 2017 год. Поскольку вчера мы... Если сравнивать, опять же, то, что услышали от ФРС, и вообще, если сравнивать заседание ФРС с каким-нибудь видом спорта, ну, к примеру, с фигурным катанием, была выполнена программа «Максимум». И одни пятерки можно поставить, скажем, такому выступлению, потому что ФРС превзошел все ожидания. ФРС создал хорошую стимулу для роста доллара, а рост американца, соответственно, приблизил многие наши инвестиционные идеи к тем профитным, средним и долгосрочным ожиданиям, которые присутствуют. Давайте поговорим подробнее сейчас. Не будем, конечно же, растекаться по древу, потому что вы все прекрасно знаете, уже уверен, что уж совсем кто-то был замотивирован, опять же, на трейдинг, и без меня прекрасно оценили весь фундамент вчера и знают, что, в принципе, удалось услышать. Начнем с нефти. Клоз вчерашнего дня 53.70, сейчас актив торгуется на отметке 53.93. Нефть оказалась заложницей того фундамента, который на рынке сложился. И перво-наперво, что стоит отметить, это давление, которое пришло, которое нефти пришлось испытывать со стороны комментариев ОПЕК, которая, как организация, стала обозначать не самые радужные риски того, что в случае несоблюдения теми странами, которые присоединились к сделке договоренности условий, собственно, этого соглашения, и в том случае, если к этому соглашению не присоединятся в полном формате страны, которые не вхожи в ближневосточный картель, соответственно, не удастся решить проблему с расхождением спроса и предложения. ОПЕК абсолютно серьезно обозначил то, что такие риски есть, и даже призвал, опять же, регионы, которые не вхожи в эту организацию, не просто соблюсти ответственность к тем решениям, которые были приняты в эти выходные, не только блюсти обязательства, но и, возможно, рассмотреть как вариант, как сценарий, скажем, дополнительное снижение производства. То есть, я думаю, что такие кулуарные комментарии со стороны ближневосточного картеля уже ясно доказывают нам, что они что-то замудрили. Они хитрят и начинают готовить нас к тому, что спустя какое-то время мы вернемся к пониманию, что страны приняли участие в этой сделке, но не соблюдают условия, то есть по-прежнему увеличивают добычу. Такие риски есть, о них мы всегда знали. В порядке инсайда между нами хочу отметить корпорацию государственную Ирака, называется она Асома. И судя по тому отчету, который был опубликован вчера, если покопаться, мы сможем увидеть то, что эта государственная корпорация увеличивает партнерские связи в плане поставок с теми регионами, которые являются дружескими, и, соответственно, планируют в 2017 году поднять добычу и поднять поставки. Из этого мы делаем с вами логичный вывод о том, что Ирак, который присоединился к этим договоренностям, на самом деле уже давно, скажем, затеял то, что тот посыл, который был актуален ранее, касательно увеличения доли, экспансии, сохранения тренда по увеличению добычи, в принципе, он также характерен и для Ирана, он сохранится. Его просто будут максимальным образом скрывать, но мы с вами копаем глубоко и всегда находим все-таки истинные цифры и факты, указывающие
то, что нет шансов на решение проблемы. Поэтому сам ОПЕК, прямая котировка со ссылкой на Ближневосточную организацию, добавил то, что есть риски, что 2017 год станет еще одним годом перепроизводства и перенасыщения. Соответственно, говоря про ближневосточный ОПЕК, говоря про заявление, которое мы вчера услышали, говоря про факт увеличения поставок со стороны Ирака, можно сделать вывод о том, что этот фундамент компенсировал положительный макроэкономический фон в плане статистики по запасам, который на рынке присутствовал. Вчера вышел отчет по запасам нефти от, соответственно, официальные данные от Минэнерго США, и запасы снизились на 2,5 миллиона против прошлого снижения на 2,3. В принципе, причины те же самые: сокращение импорта, увеличение загрузки нефтеперерабатывающих заводов. Но вот тот фундамент, с которого я начал объяснять ситуацию на нефти, он компенсировал, соответственно, этот статистический риск, который, по идее, мог бы поддержать котировки черного золота. Ну и, конечно же, окончательно Brent на лопатки положил доллар, который получил массу сигналов для роста, возможностей, тут же их использовал, и поскольку цены на товарное сырье, разумеется, номинированы в долларах, это потенциально может сказываться на, соответственно, спросе. Но это классическая логика, которую вы уже знаете. Если растет доллар, соответственно, нефть снижается. Мы это прекрасно видели. Снижаемся мы по бренду, опасения сохраняются, скепсис растет, ждем еще отчета от Baker Hughes, ждем факта подтверждения роста добычи нефти в США, в Ливии, Нигерии. Копим силы, чтобы найти тот самый уровень для тотальных распродаж, как я говорил, это отметка 53,5. Вот с этого уровня я буду действовать. Если есть, конечно же, у вас желание, если вы со мной согласны, присоединяйтесь к этой сделке и, соответственно, вместе уже будем ставить на смещение Brent в район $50 за баррель. Курс рубля против американцев 61,60. Если уж дождались мы с вами коррекции нефти, получили сильный доллар уже по факту реализованный. Сегодня мы ждем то, что пара будет претендовать на уход выше 62, и я надеюсь, то, что это как раз то самое начало, которое постепенно выведет российскую валюту и, прежде всего, доллар против рубля выше отметки 65. Но придется еще немножко подождать. Евро против доллара. Хотя давайте мы все-таки начнем с доллара иены, потому что обрисуем ситуацию по американцу и уже будем говорить о том, что происходит с рисковыми инструментами. Еще раз напоминаю, то, что все внимание рынка, трейдеров, участников финансовых площадок было сфокусировано на вчерашнем заседании, точнее на итогах, потому что заседание началось еще во вторник. Двухдневное заседание, итоги были подведены в 22:00 по московскому времени, говоря про процентную ставку. Ее подняли. 100% вероятности ожиданий по данным инструментам FedWatch, которые оценивают, вероятность была. И ФРС решил уж не мудрить тут, если действительно такие ожидания присутствуют, если условия для этого есть, взял и поднял ставку на 25 базисных пунктов. Но интриги в отношении процентной ставки изначально вообще не было. То есть никто не сомневался в том, что такие изменения произойдут. А вот что касается уже последующих заявлений и потом пресс-конференции председателя ФРС, вот к этому уже было куда больше внимания. Трейдеров интересовал вопрос, как же американская федеральная система оценивает перспективы национальной экономики с учетом президентства Трампа. И поскольку вчера были опубликованы пересмотренные прогнозы по экономическому восстановлению, по уровню безработицы, по инфляции на ближайшие 3 года, я сейчас о них вам расскажу, соответственно, к этому фундаменту и было повышенное внимание, потому что рынок искал, опять же, в этих прогнозах намеки на то, что будет происходить с монетарной политикой вот уже в грядущем, наступающем 2017 году. Ставку с текущих 0,5 подняли до 0,75%. Что касается заявлений, которые вышли тут, стоит отметить, что американская федеральная система придерживается ранее обозначенного плана постепенного разгона краткосрочных процентных ставок. А американская федеральная система ФРС, весь голосующий комитет единогласно проголосовал за повышение процентной ставки. До этого у нас было 2 представителя ФРС, Джордж и Мейстер, которые темнили, не видели, скажем, положительных оснований, связанных с ростом инфляции, для того, чтобы проголосовать за нормализацию денежной
кредитной политики. Сейчас они переметнулись уже на сторону большинства. Мы об этом с вами говорили еще несколько недель назад, когда анализировали комментарии и пришли к выводу о том, что позиция будет, скорее всего, единогласной. Уже сомневающихся нет. Базисом для этого решения стал устойчивый рост инфляционных ожиданий и инфляции. Действительно, сейчас индекс потребительских цен находится на максимуме за несколько лет в США и будет продолжать карабкаться наверх с учетом тех инициатив и той политики, которая будет реализована со стороны господина Трампа. Что касается рынка труда, то ожидания были обозначены как в отношении и роста экономики на очень высоком уровне, так и в отношении улучшения ситуации с занятостью, с безработицей, то есть вообще был обозначен прогресс ожидаемый, который будет характерен для всего этого сектора. И самое важное, друзья, что мы услышали, то что такого фундамента, таких оснований, того, что уже удалось достигнуть, достаточно, чтобы в 2017 году поднять процентные ставки трижды. Это против предположение, что ставку поднимут дважды, которые были по итогам прошлого заседания в сентябре. Сразу же после того, как были опубликованы подобные заявления, вы видели, что произошло с американцем. Без сомнений, без откатов, без двусмысленной интерпретации, которую, к примеру, мы наблюдали в паре евро-доллар по факту заседания четверга, американец подпер локомотивом вверх. Это восходящее движение, которое мы тут же начали собирать и копить пункты профита, который нам был необходим. Вслед за ростом американца защитные инструменты пошли ниже, поскольку котируются против доллара, проигрывают рисковые активы, оказались еще, столкнулись еще большими проблемами. И после того, как вышли заявления, спустя 30 минут состоялось, соответственно, выступление председателя ФРС Джанет Йеллен. Она повторила все то, что было обозначено уже единогласно, скажем, в рамках ФРС, то, что видит массу позитива прогресса во всех секторах американской экономики, считает то, что экономический рост продолжится, тенденция восстановительная сохранится, системные риски уже снижаются. Кстати, вопросы были по поводу ее председательских полномочий. Она отметила то, что и несмотря изо всех известных контр, которые присутствуют между ней, собственно, и Трампом, она сохранит, собственно, пост до конца своих полномочий. Ну, все может, конечно же, измениться. Это отчасти поддержало, опять же, идею рынка того, что раз ФРС будет, скажем, лоббировать прежние идеи с прежним руководством, то не нужно говорить о каких-то рисках непонятных решений, которые будут приняты, если бы мы с вами говорили о смене руководства. Важно еще прогнозы по росту ВВП, по инфляции и, соответственно, по рынку труда. 2017 год. Прогноз был пересмотрен, и Джанет Йеллен его подтвердила. С 2% до 2,1%. А уровень безработицы с 4,6% ожидается снизиться до 4,5%. Инфляция составит 1,8%. А в 2018 году с основными показателями все без изменений, позитив. Но вот инфляция уже закрепится выше 2%. Это оказало еще большую поддержку доллару, потому что, исходя из таких положительных, позитивных ожиданий, конечно же, а ФРС будет и дальше лоббировать идеи повышения процентных ставок. Поэтому да, я знаю, что многие из вас сейчас могут вспомнить то, что мы слышали в конце прошлого декабря, когда нам говорили о 4 повышении процентной ставки в 2016 году. Но вы согласитесь, что такой сильной американской экономики мы с вами не видели очень давно. И сейчас это действительность, это факт. Поэтому нужно с ним смириться. И если мы наблюдаем развитие, реализацию тренда, который, как я уже сравнил, настоящий локомотив, просто бронепоезд, да, не знаю, как еще лучше сказать. А к этому тренду, конечно же, лучше присоединяться. Это для тех трейдеров, которые находятся в сделке, которые еще не вышли по факту экстремумов, которые были достигнуты, и ждут, к примеру, уровень 120. Я думаю, что такими стараниями американская валюта сможет добраться до этого рубежа. Но прежде чем все-таки предложить идею для тех трейдеров, которые уже или еще вне рынка, я бы допустил тот момент, что к концу этой недели мы все-таки с вами просядем по паре доллара японской иены, достигнем какого-то более-менее значимого уровня поддержки, там поконсолидируемся какое-то время, и только после того, как рынок соберется с новыми силами, может быть, получит поддержку от дополнительных макроэкономических рисков, сможем двинуться, соответственно, выше. Пока в отношении доллара и японской иены, для тех, кто сейчас ищет уровни для покупки, я бы все-таки порекомендовал воздержаться.
Давайте тогда перейдем от американца. По нему же все ясно, по ФРС тоже все ясно. Низкий поклон, потому что американская федеральная система нам, конечно же, удружила. И даже странно то, что она так легко позволила всем заработать на этом движении. Но мы с вами находились в покупках и в сделках с интересом, конечно же, к приобретению американца с более скромных значений. Мы ждали этого очень долго, поэтому считаю, что наши с вами ожидания должны были быть вознаграждены, и именно это сейчас и случилось. Европейская валюта против доллара. 1.0505 сейчас котировки. Я хочу сразу анонсировать, что на днях, сегодня-завтра, мы запишем, я запишу еще один видеоролик, который будет с инфографикой. Его идея, почему евро-доллар доберется до паритета. Поэтому, с вашего позволения, давайте сейчас не будем осуждать перспективы европейской валюты. Они остаются неизменными. Мы ждем пробоя отметки 1.05 и ждем, чтобы пара пошла ниже. Сейчас поводов для этого все больше. А подробнее вы сможете увидеть, собственно, в этом визуально приятном выпуске, который, уверен, будет анонсирован уже на нашем сайте, на канале на YouTube, уже в начале следующей недели. Фунт против американца. Сейчас котировки 1.2531. Ну, думаю, не будем сейчас останавливаться на статистике, которая вышла по Англии в начале, собственно, вчерашней торговой сессии. Конечно же, фунт оказался под влиянием доллара сейчас. И рост доллара создает возможности для ослабления британца. Ждем с вами тестирование поддержки 1.25, хотя это уже наблюдали. То есть я уже рекомендовал занимать короткие позиции и объяснял, аргументировал эту идею еще не только тем, что доллар будет способствовать дальнейшей коррекции, но есть еще очень интересная тема, связанная с решением британского суда. Я о нем расскажу вам завтра. Но это решение не настраивать на позитивный лад в отношении фунта. Сегодня супер четверг для фунта в рамках того макроэкономического фона, который есть сейчас со стороны Великобритании. Потому что у нас и розничные продажи, и протоколы, и голосование по поводу процентной ставки, объема выкупа активов. Сегодня все это в очень короткий промежуток времени, буквально с 12 до 15 по московскому времени. Массу релизов, и мы ждем влияния на фунт. Но я думаю, что все-таки рынок еще будет резонировать от силы доллара, от того, что услышал от ФРС. Поэтому вряд ли сейчас у рисковых инструментов будет какой-то системный фактор для поддержки. По фунту я предлагаю ставить на снижение и надеюсь, что вы разделяете со мной эту позицию. Доллар канадец карабкается вверх у нас сейчас, котировки 1.3286. Идем выше, потому что снижается нефть и растет доллар. Наша цель с вами 1.35. Доллар франк 1.0224. Здесь также импульс был получен от ФРС и франк. Ну, франк, в принципе, это и нужно, конечно же, большая слабость. Евро-свиси 1.0741. Пока реакция сдержана, но как только пара евро-доллар пробьет отметку 1.05, мы узнаем спустя какое-то время о валютных интервенциях, которые заведут этот дуэт валютных активов выше отметки 1.08. S&P немножко охладил интерес к этому инструменту по факту принятых решений о ставке. Но в отношении американского фондового рынка не нужно расстраиваться. Нужно покупать его, потому что сейчас настроение снова вернуться на позитивный лад, потому что рынок будет говорить о тех реформах, которые планирует провести Трамп. Они имеют исключительно позитивное влияние для промышленности всех секторов. Как уже я отмечал, по американскому индексу, главный бенчмарк S&P, мы сможем добраться вот с текущих уровней 2254, я думаю, чуть ли не до планки 2400, может быть, даже еще повыше, почему бы нет. Золото, сверх реализации нашей идея по поводу того, что актив просядет до отметки 1150, сейчас мы видим его уже на уровне 1141. Я думаю, что нам можно по золотому активу сохранять, собственно, коррекционную сделку, сохранять осел и ставить на то, что такими стараниями, таким темпом золото просядет ниже отметки 1130 уже в самое ближайшее время. На фоне ожидания роста фондовых секций, на фоне ожидания тех прибыли, которые можно получить на рынке рисковых инструментов, золото явный аутсайдер, потому что кроме изменения номинала предложить ничего не может. Из важных отчетов сегодняшнего дня: в 11.30 решение Национального банка Швейцарии по ставке. Завтра подведем итоги. Я думаю, что вряд ли будут какие-то серьезные изменения, но намек на то, что политика будет оставаться сверхмягкой, точно будет. Поэтому евро-свис может получить хороший импульс для роста. Про фунт мы уже поговорили. В 16.30 заявки на пособие по безработице, индекс потребительских цен в США.
Ну, ждем, что доллар продолжит пользоваться поддержкой статистики и продолжит переписывать свои многомесячные максимумы. Но ждем порядка сторонних наблюдателей. Доллар и японская иена сейчас очень рискованная пара для того, чтобы покупать и ставить на обновление и перепись вот многомесячных хаев. Потому что велика вероятность отката после того, что мы с вами видели. Скажем рынку спасибо. Прекрасные, конечно же, события, которые мы очень неплохо с вами реализовали. Но будем искать другие инфоповоды, другие события. Не расстраивайтесь, если решили, что больше крутых макроэкономических поводов не будет. Мы непременно их найдем. Найдем и будем стараться объяснить, каким образом эти события можно конвертировать в профитные среднедолгосрочные сделки. Надеюсь, то, что вы будете оставаться вместе со мной и так же, как и я, будете делать немалую ставку на фундаментальную составляющую. Не забывайте, что до конца этого месяца вам доступен уникальный бонус на пополнение до 2017. Не забывайте, что у вас есть возможность принять участие в розыгрыше iPhone 6S. Для того, чтобы сделать это в наших группах, в любой социальных сети, нужно репостнуть, собственно, бонусную акцию 2017. Победителя определил я рандомно, в случайном порядке, после январских праздников. Шанс выиграть есть у всех. На этом все. На такой оптимистичной ноте давайте завершим сегодняшний брифинг. Увидимся уже, соответственно, завтра в 9:30 по московскому времени. Попутного вам тренда, хороших прибыльных сделок. Всего доброго, до свидания.